Приветствую участников моих встреч, всех зрителей. И наши следующие три встречи, вот это еще две последующие, будут проходить в Войковском районе. Ну вот там мы в предыдущий раз были на улице Войкова, но она находилась в Головинском районе. Вот. Ну, по новому территориальному делению, раньше там был Ленинградский район здесь везде, и это был Ленинградский, это улица тоже Ленинградский район. Это был отдельный Ленинградский район в советское время. Ну вот по новому делению в 90-х годах, соответственно, тот район, где Солнечногорская, да, улица и улица Войкова, отнесли, соответственно, к Головинскому району, да, где мы в прошлый раз были. Ну, а вот, собственно, вот эти войковские проезды, которые мы будем рассматривать, да, и, соответственно, последующий вокзальный переулок, вот, их отнесли, соответственно, к Войковскому району. Ну, находится рядом с метро Войковск, судя по всему, поеду. И вот сейчас на этой встрече мы рассмотрим первый Войковский проезд, на следующий второй и пятый, со второго по пятый, да, второй, третий, четвертый, пятый сразу за один раз. Ну и, соответственно, потом вокзальный переулок. Вот. Войковский первый проезд. Он проходит от Ленинградского шоссе и, соответственно, улицы Космонавта Волкова. То есть Ленинградское шоссе сверху проходит, да, идет по эстакаде, по мосту, там мост Победы находится, вот, по мосту идет. И, соответственно, улица Космонавта Волкова, она помнит, как раз примыкает к первому Войковскому проезду, и проходит он до пятого Войковского проезда. И, соответственно, Московской окружной железной дороги, или, как сейчас говорят, МЦК. На всем протяжении проезд проходит вдоль Ленинградского железной дороги, Ленинградского направления железной дороги, это Октябрьская железная дорога, вот, но, соответственно, Ленинградское направление. И на нем находится платформа Ленинградская. Ну, неподалеку находится метро Войковское. Проезд двухстороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, и длина его составляет около 800 метров. То есть, видите, здесь две железные дороги, собственно, вдоль одной он проходит на всем протяжении, ну, а ко второй он приводит. Там как раз они пересекаются, да, там сейчас строят транспортно-пересадочный узел. Вот, и вот как раз вот он проходит до места их пересечения окружной железной дороги и, соответственно, Ленинградского направления. Вот, и, кстати, вот за этим проездом, за железной дорогой, за платформой Ленинградской, с другой только стороны, там, где находится факультет МАИ, вот, и, соответственно, улица Константина Царева, да, там идет соединительная ветка, которая соединяет как раз Ленинградское направление, и дальше вот она идет вдоль улицы Академика Царева и соединяет вот эту окружную железную дорогу. Так что иногда там некоторые поезда перегоняются на одно направление, на другое, но обычно они едут в Ленинградское направление, соответственно, на окружную железную дорогу. Вот, естественно, по железнодорожной стороне ничего нет, никаких строений, кроме платформы, самой платформы Ленинградской. Ну, вообще, когда-то, надо сказать, что строения были, и это были торговые павильоны, конечно. Там были магазин «Дачник», ну, и какой-то там торговый павильон, типа какой-то там закусочный, там пирожки всякие были, выпечка, такого плана. Ну, кроме того, еще были билетные кассы находились, ну, это как раз, собственно говоря, при станции, при входе на станцию, когда турникеты сделали, чтобы войти, были билетные кассы перед входом. Ну, сейчас все это разрушили, и, как, наверное, многие слышали, сейчас платформа Ленинградская, ее перенесли на, по-моему, 200 метров примерно, да, на 300 где-то так, соответственно, 300 метров в другом направлении, да, это если смотреть, соответственно, из начала этого проезда перенесли, ну, практически в конец. Чуть-чуть там, ну, ближе к середине, но от середины туда ближе к концу, скажем, перенесли. Но сделали для чего это? Для того, чтобы, соответственно, соединить вот железнодорожную платформу Ленинградская со станцией Стрешнева, которую создали в 2016 году, открыли на МЦК, когда по окружной железной дороге запустили пассажирское движение «Ласточки». Чтобы как-то эти платформы соединить, то, вот, соответственно, ее передвинули подальше. Там больше года, около года продолжалось там строительство новой платформы,
Вот. Ну и, соответственно, теперь там как раз 1 октября этого года, 2017, ее как раз вот совсем недавно, 11 дней назад, да, ее открыли. Новую платформу, теперь старая, соответственно, не работает, и ее ждет скорый демонтаж. Также демонтируют и пешеходный мост, который соединял две платформы. Потому что, собственно, выход был только на одну сторону, только на первый Войковский проезд. Ну, собственно, он и сейчас остался только на одну сторону, да, то есть с новой платформы тоже выход только на первый Войковский проезд. И чтобы перейти на платформу, так сказать, в сторону вокзала, да, соответственно, Рижского, то не Ленинградское направление, а Рижское направление. Платформа Ленинградская, Рижское направление. Вот, и чтобы перейти, соответственно, на, поэтому это не Октябрьская дорога, а Москву. Октябрьская другая. Московская железная дорога, соответственно, Рижское направление. Вот, и чтобы перейти, соответственно, на платформу в сторону Москвы, которая идет в вокзал, ну, не в сторону, это Москва, да, но в сторону Москвы, как на Москву, да, то есть в сторону Рижского вокзала, то надо было по пешеходному переходу, соответственно, идти вот на эту платформу и дальше там по лестнице спускаться. Ну, вот такая система. Ну, в принципе, довольно распространенно. Вот. То есть не по подземному переходу, да, а через пешеходный мост. Ну, вот скоро его, наверное, демонтируют, очевидно, да. Сейчас он уже, получается, никуда не ведет. Ну, и равно как и платформа со всеми там атрибутами. Ну, а вот эти вот павильоны, там дачник, да, магазин для садоводов, да, и там эти закусочные, их снесли уже довольно давно. Ну, как давно, наверное, где-то года, наверное, два назад. 2-3 года назад, да, и года 2. Вот, там одну подожгли, по-моему, там что-то сгорело, пожар был потом, что-то она вроде начала опять работать, но в итоге все равно все снесли. Ну, типа как самострой, как у нас это была борьба, она началась 2014 года, так, в общем-то, она и сейчас вроде закончилась, ну, или, по крайней мере, уже не так интенсивно ведется, но одно время все сносили, вот тоже около этой платформы тоже снесли торговый павильон. Так вот, сейчас, соответственно, вот по этой стороне, ну, получается, как по прижелезнодорожной стороне, вот, по ней никаких, соответственно, строений нет, кроме железнодорожной платформы. Вообще, это считается четвертая железнодорожная платформа по счету со стороны после Рижского вокзала, да, там Дмитровская, Гражданская, потом Красный Балтийск и вот, соответственно, Ленинградская. 10 километров от Рижского вокзала, платформа работает с 1164 года, Ленинградская, ну и вот 2018 она была перенесена на другое место. Но надо сказать, что вот этот перенос, он вызвал неоднозначную реакцию, потому что, скажем так, ну, конечно, от метро, в принципе, стало идти примерно так же. То есть, если идти, конечно, со стороны Ленинградского проспекта, да, то стало идти подлиннее метров там на 200. Но если немножко, так сказать, маршрут укоротить, и, скажем так, его срезать, и пойти не через Ленинградский проспект, а через второй Войковский проезд, да, и третью Радиаторную улицу, то мы как раз выходим на эту платформу, и там практически расстояние, если увеличится, ну, метров на 100. То есть это совсем незначительно. Поэтому, так сказать, пассажиры метро, они, может, не очень пострадали. Но зато пострадали многие жители домов, которые находятся непосредственно на Ленинградском проспекте, которые пользуются этой платформой, и им стало идти, конечно, дальше. Ну и, например, студенты МАИ жалуются, что им стало, допустим, ходить дольше. Так они сразу там переходили мост, и тут сразу оказывается на платформе. А так им еще приходится чуть не через весь этот первый Войковский проезд. Так что, ну, тут как бы обоюдно. То есть получается, что где-то в чем-то выиграешь, да, в чем-то проиграешь. Но, с другой стороны, ну, конечно, в плане пересадки, если кому-то надо на МЦК, да, конечно, здесь никаких вопросов нет. Конечно, стало легче пересаживать. Кстати, пока пересадка происходит, так сказать, наземным образом, потому что пока павильон переходный между платформой Стрешнева и Ленинградской не открыт. Ну, его откроют, и пересадка будет уже в закрытом помещении происходить между двумя железнодорожными платформами. Ну вот, что касается всего остального, кроме железной дороги и платформы Ленинградской, да, все остальное это, соответственно, жилые дома и два детских сада. Вот все, что находится на этой улице. Здесь они находятся на другой стороне улицы, как я говорю. Не на этой, не при железнодорожной, а на противоположной стороне улицы. И жилые дома здесь, соответственно, 2, 3 и 7 этажей. Это 40-е и 50-е годы постройки, пятиэтажки 60-е и 70-е годы постройки. И 1 12-этажный дом 1983 года постройки. Ну и два детских сада. Начинается этот проезд со такого здания, которое видно, хорошо было видно с платформы Ленинградская. Приметный аэропроекта, но оно чисто по Ленинградскому шоссе, и, соответственно, рядом с ним находится как раз на пересечении Ленинградского шоссе и этого проезда. Дальше где-то пятиэтажный дом, вдали
ну, не вдали, а они, там за этим домом находится 12-этажный жилой дом, и там уже действительно вдали, чуть подальше, находится детский сад двухэтажный, кирпичный 1683 года постройки, относительно современный. Дальше вдоль улицы идут две трехэтажки 1649, а другая 1650 года постройки. За ними отходит третья радиаторная улица. И на углу с ней находится пятиэтажный жилой дом. Дальше идет еще, соответственно, уже три трехэтажки. И все 1651 года постройки. А за ними находятся две пятиэтажки 60-х годов постройки и еще один детский сад. Соответственно, дальше идет два двухэтажных жилых дома. И, соответственно, в глубине идет, за ними находится семиэтажный жилой дом один и один, еще один двухэтажный жилой дом. Ну и заканчивается улица уже таким угловым домом, пятиэтажным, так сказать, на пересечении с пятым Войковским проездом, который отходит от этой улицы справа. Вот, но он чистится уже, соответственно, по пятому Войковскому проезду. Ну вот. Вообще, надо сказать, что проезд довольно интересный, но сам себе и железная дорога, конечно, может привлечь внимание. И самый, конечно, главный, это эти домики двух-трехэтажные, вот, такие сейчас уже не строят, там они 40-х, ну, начало 50-х годов постройки. Я думаю, они, конечно, ну и в принципе неплохо видны из электрички, они просматриваются. Ну, не все, конечно, некоторые в глубине находятся. Вот, ну, можно их посмотреть, они довольно такие симпатичные, интересные, сейчас выглядят довольно необычно. Вот. Ну, наверное, это самые главные достопримечательности, которые здесь находятся, если, конечно, можно назвать достопримечательностями. Ну, идти сюда, от метро Войковская, конечно, лучше всего, через вторую Войковскую, третью радиальную, или через Ленинградское шоссе, ну, или, соответственно, конечно, на электричке, до платформы Ленинградская, от Рижского вокзала, метро Рижская, да, и доезжаем до платформы, сразу выходим, попадаем. Ну, теперь уже, получается, фактически в конец этого первого Войковского проезда. Приятных прогулок, до новых встреч на улице.